После 2017 года будут использоваться объекты Экспо. Об этом в Министерстве окружающей среды задумываются уже сейчас. Главный эколог страны Нурлан Капаров уверен, годы спустя казахстанцы будут гордиться результатами выставки. В будущем она даст стране хороший социально-экономический эффект. Сейчас же подготовка к Экспо идет полным ходом. Обдумываются пути привлечения максимального числа туристов. У нас все пойдет по графику. В мае мы начинаем планировать уже начало строительства объектов Экспо. Также мы отрабатываем вопросы, они очень важны, это после использования объектов Экспо, что будет с наследием Экспо. И у нас очень хорошие задумки, идеи, как это все потом правильно использовать.